Так, ну что ж, отправляемся в следующий портал. Лия, привет, мы скучали. Да ни хрена мы не скучали. Я пошутил, я ее так немножко. Правильно. Чувствую. Приободрил, да? Да. Она такая, я тоже по вам. А, повелась, дура. Нам и без тебя хорошо. Со своим блэкджеком и куртизанками. Где мой тайфун? Ух, ни хрена себе. Ой. А, иди сюда, паукан. Ослик-суслик, паукан. А чё он там делает вообще, этот вихрь? А, вот это тайфун, я понял. Теперь мне ясен принцип действия этого чёртового уровня. Оп-оп-оп-оп. О! Вот это жара! Ты врагов-то видишь? Нет. Я вижу тайфун. Мне больше времени. Зачем тебе время? Купи часы. Слушай, мне понравился тайфун. Кто-то еще хочет на нас напасть. Нормально, да? Там еще малыш заблудился один. Мне эти бомбочки не нравятся. Ну поменяй. Прошу прощения, друзья. О, отлично. Другое дело, да? Да, как родное. Как сидит, как плитой ем. Съешьте это, пускай своим больные пузыри. Не могу. Чё это? Они закончились. Да. Шампунь закончился. А, блин, а я жму, блин, чё за фигня? Где мои верные копии? Надо подождать. Ни хрена не будем ждать. Чё, нормальный расход? Да вообще огонь. А ты жаловался, что чародей слабенький. Да говно, блин, по сравнению с охотником на демонов вообще. Ой, нужно подождать. Ну может просто надо привыкнуть? А град стрел стал не таким продолжительным, но зато более мощным. А я что-то не заметил. Наверное, одинаково. Так что так. Все, рассыпались. Декс. Ух ты! О, все мне. Охренеть. А это знаешь почему? Потому что у тебя велосипед есть, а у меня нет. Что, у меня велосипед есть? Теперь да. Ты что, не знал? Что я добрый. Ай, ай, бьют. Ироды. Надо подождать. Теперь я еще лучше владею собой. Да. Ты там так встал, что я не смог. Так надо было ко мне идти. Смотри, какой лук тут лежит. Все забрал. Жадина. Блин, да шо же. Всякая лабуда. Да. Моё. Да, моё. Как знал, да? Хоть что-то. Че не застрелил? Кто там? О, о. Лазером был, лазером в задницу. О, смотри, сюрикены опять работают. Как глаз, электрический. Глаз ему бей. Ой, смотри. Давай мыльными пузырями его в глаз. В глаза, чтобы он не видел. Да. Подождите, такая вещичка, блин. Ну, так, да, колечко какое-то. На память кольцо.
Нихера себе! Нихера себе! Ёпти! Нихера себе, нихера себе! Теперь я король жизни просто. Мочи их, братцы! Все, нет. Как я разбежалась. Я ж только начал. Мне нужно больше времени. Магия. А вот что-то есть в этом. Давайте, после давайте, запускайте. Никто не выживал. Слышали? Да. Маньяки, блин. Приятно бегать быстро вообще. Чародеи такие медленные. Еще не время. Что, нормальный урон наносят эти... Да-да. Тайфуны, блин. Я что-то думал, они похуже будут. Они совсем не дурные. И отходим, пусть они к нам идут. Все. Я только настроился на то, что они к нам пойдут. Мы знаем, что конец света близок. Но неужели ты веришь в то, что его устроили Белиал и Асмодат? Никто другой не стал бы подвергать нас такой опасности. Несмотря на все наши усилия, я не готов. Нам не удается убить Золтана Пупа. Проклятая кровь поддерживает жизнь его силы. И из его ран сыпется песок. Он лишь смеется над нами. Остается только один выход. Отделить его голову от тела и спрятать тело в мире теней. Что там он сказал про Билана? Мне вообще послышалось Лига Теней. Или не послышалось, блин. Да, Лига Теней. Да нормальный Сайгу. Город Стрел, что-то не нравится. А, блин, какие вы задрали. Горячие паучки. Ага! Задолбали. Отец у тебя вещей. О, наконец-то. Я твой отец. Подожди. Подожди, тут вот уродец. Да, там еще он, походу, не один. Да, ой. Нам сюда. О, да. Смерть! Я несу смерть на своих руках! Параша? Прощай. Я еще прочитал и думал, показалось или нет. Ты куда идешь? Мы тут были? Да. Мы там были, пили и девок портили. Это мы можем. А, это ты? Это я. Я тебя жарю лазером. Как в фейере. Подпитываешь? Да. Примерно это я. Тебе лишь бы пожарить. Такой вот я. Горячий. Так. Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я хочу примерить шмотки, которые мне выпали, и мы продолжим. Поехали. Так. И остался у нас последний. Чё, пердел? Золтан Кул здесь. Предел. И это не предел. Построил он, говорит, с акустикой хорошее помещение. Исследования проводил. Харадримы сделали все возможное, чтобы спрятать мое тело. Наверное, очень на меня разозлились. А ты как думал? Они должны были остановить тебя.
Они никогда не отличались особым воображением. Что-то как-то ловушки их не останавливают. Я же 4 штуки поставил. Надо подождать. А ловушки они такие. Ой! На мне какое-то проклятие. Кстати, на тебя тоже. Не, останавливается река. Да. О, смотри, тебе отличные. Спектральные кольчужные положи, ё-моё. Труселя по-русски. Спектральные. Вот вы купили такие трусы? Спектральные труселя. Ну и чё мы тут? Чё-чё? Куда идём? А я думал, что всё, победили их и успокоились. Ну кому как. Может и успокоились бы. Но вот здесь ещё есть вражина. Супостат проклятый. Блин, нафига я таким мощным умением таких слабых врагов валил? Чё там? Думал, сейчас набегут. 25... Возврат 25 девственности? Числечек. Жарик. Давай! Мы будем жарить, тёлок, будем жарить. Ты посмотри, прицепился. Назойливая тварь. Что-то тоже не дает покоя, да? Точно, я хотел еще, знаешь, чтоб вот это умение поменять на какое-нибудь. Блин, что же взять? Молнию или разряд? Молчай, женщина. Сама такая. Пускай в расход. Кто здесь? Валим. Не материализуется из воздуха. Вот реально классное умение с учетом двойников. Эти тайфуны. Они тоже создают их, да? Ну да, поэтому их так много становится. Блин, я думал, это ты столько выпускаешь. Не, я два умения активирую, сначала их, потом тайфун, и они как бы за мной повторяют. И получается, что столько этих тайфунов... Они не бутафорские часом. Нет. Я даже больше скажу, они наносят нехилый урон. 60% от моего. Что, видимость тут какая-то... Мистический колпак. Куда идти? Тяжелый осадный. А, ух, нихера себе. Раболет. Слушай, я думал, что мы там уже везде были. Мы оттуда вернулись, как будто там тупик. Там был спуск такой неприметный. Да, я и не заметил. Вот, так. Вот он. Ржут они, да, посмотри. А где спуск? А, вот это спуск. Эй, куда побежал? Карапуз. Пус-пус. Какая тварь? Вот это. Сейчас мы это устроим. А нет, вот та тварь. Что он долго вылазит? Да блин, отвали от меня. Ни хрена себе их тут. Давай отходим куда-нибудь в одно место, а то что-то они со всех сторон там. Отходим, я сейчас тут поставлю. Тайфуны! И отходим. Вампир какой-то, да? Грозный дух. А! Жарко, горячо. А вампиры боятся электричества? Конечно. Боятся, что за него платить придется. Ой. Так. Я так понял, мы возвращаемся, да? Пойдем. Пусть они туда. Стоял в лаве, ноги горел, блин. Ой-ой-ой. Тепленько. Давай. Оскверняй его душу. Я как оскверню. Терзан, мерзкая пусть. Пасть. Тарзан, блин. Блин, вот это с него луна выпала.
Крепкие сапоги! Так что, нам наверх туда, наверное? Я думал, тут не выпало ничего с его опрышников. Капец. Я думал, с него должно что-то такое упасть, от чего просто глаза ослепли бы. От чего могло бы подняться. Но ничего не... Не вывалилось. Да, блин. А чё, электричеством неплохо их гасит. Такие враги. А, слушай, вот смотри, туда есть спуск еще. Куда пойдем? Смотри, мы же налево, можно направо. Ну, пошли наверх. То есть вниз. То есть наверх. То есть сюда. Какие гадкие, мерзкие звуки. Кажется, мы пришли по адресу. Золтан Пул смеется над каждым моим шагом. Я пытаюсь не обращать внимания на его болтовню, но, похоже, она бесконечна. Он испытывает наслаждение, издеваясь надо мной. Но он ничего не добьется. Я не поддамся. Когда я запрячу проклятую голову, то наконец-то смогу насладиться тишиной. Диетический напиток. Да ладно, ёперный, матрёперный. Я ластами склеил. Что, порвались что ли? Вот эта штука, оказывается, взрывается еще предсмертно. Оп! Поднимающие кружевные перчатки. А, как раз ты фасон. Расхотелось мне их одевать, если честно. Будешь кружевным латентным модником. Кружевные перчатки, блин. О, Донцовой новая книга. Давай, читай. Слух, чтоб все слышали. Где-то у меня тут трусямбы. Горизонт глубь. С дыркой на N на месте. То смотри, они и те с дуплом, чтоб туда... Покрасивше, ну, прям, понимаешь, камень замостить. Прям так. С намеком, горизонт глубин. Ничего, у нас тулы защищены. О боже, сильно. Разработчики постарались. А у меня, я в прошлый раз, когда проходил, какие-то штаны были, которые воняли. Бегал и подпердывал. Да, он реально зеленый дымок издавал. И причем над этой хренью подшучивали персонажи. То есть, если ты бегал не с игроком, а со спутником, да, там каким-нибудь, ага. То они говорили о том, что как-то ты неприятно пахнешь, короче. У меня сариатский лук. Ты два лука можешь таких в руки взять. Не хочешь попробовать? А я хочу пойти создать, вроде бы сейчас уже 41 уровень. Добрался, да? Достигли. Может быть, что-то там у кузнеца получится сделать. Может быть. Покачественнее. О, что-то блестит. Блестит. О! Амулет! На броню. Не, на живучесть. Так, и смотри, нужно какой подождать. Там проход. Проход. А куда мы пойдем? Пойдем туда, на... Ну, налево. А что тут? Мне кажется, что тут 2 метра пройдем и тут. А давай проверим. Там недалеко идти. Ну, давай. Давай. Когда ты бежишь. А что я бегу? Ты быстрый у нас. А ты телепортируйся. Ты беги. А я все, 2 раза и то вперед-назад могу телепортироваться. Вот такое у меня умение. Ну, давай вот туда телепортнись. Может еще на Луну слетать за камушком? А чё? Хорошая идея, да? Вдруг там нациста наказать. О, видишь, сундук. А в сундуке... Ух ты! Какое дерьмецо, слава. Короче, мы ускорим эти моменты. Тело Кула у меня. Тогда я начну ритуал. Но предупреждаю тебя, Кул, даже не думай предать нас. Тебя окружает обман.
Но обо мне тебе стоит беспокоиться в последнюю очередь. Сосредоточься, Лия. Недолго осталось ждать. Еще немного. Да, наконец-то. Моя кровь пульсирует в венах. Затхлый воздух наполняет мои опустевшие легкие. Я снова жив! Мог бы сказать спасибо. Мы выполнили свою часть сделки. А теперь передай нам камень души. Хорошо. Я выполню то, что обещал. Быстрее, в мое святилище! Быстрее, святилище! О. Хранилище камня души. Это этот камень, да? А теперь я хочу закончить дело всей моей жизни. Мир содрогнется, узрев доказательства моего могущества. Что это? Не знаю, как это случилось, но души погибших владык преисподней были только что заключены в этом камне. Нефалем, откажись от своей цели. Твои союзники жаждут лишь управлять тобой, а с этим камнем мы сами станем править всем мирозданием. Ты безумец, Кул. Отдай мне камень, иначе мне придется тебя убить. Сейчас ты еще его не убивал. Мы воскресили тебя, чтобы убить. Да. Вот ты ешь. Наш. Придется нам бегать по кругу. Мне нужно больше времени. Мочи их, ребята! Ребята, мочи их! О, созрели. О, слабачки. Че, это все? А, нет, это еще Золтан остался. Ой, по башке. 1000 дамага. О! Куда ты попал, молодец! Куда? Куда собрался? Чё ты убегаешь? Так же хорошо сидели. Пивко пили, понимаешь ли. Он замедление времени ставит. Чертяка. До сих пор смеется от наших анекдотов. Так, куда пошел? Я тебя тут напустил это. О, воу. Убей его. Ну, Золтан, прощайся с жизнью. Это значит, что мои собратья наконец пришли за мной. Проклятие. Я еще не готов. Слишком много моей силы вложено в сотворение камня. Мне нужно завершить начатое. От этого зависит будущее всего человека. 5 владык преисподней теперь заперты в этом камне. Что еще ты забыл рассказать нам, Адрия? 20 лет назад, во время падения Тристрама, Декарт рассказал мне о нечестивом камне души, созданном Золтаном Кулом. Так вот почему ты оставила меня. Ты хотела подготовить души демонов, чтобы их затянуло в ловушку Кула. Да, дочь моя. Ради этого я пожертвовала всем.
Я возвращаюсь в город. Что случится, когда мы заключим Белиала и Азмодана в Камень Души? Я уничтожу его, и семь воплощений зла перестанут существовать. Мои знания растут. Оу, Ну что ж, друзья, на этом серию мы подведем к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, если этого не сделали. И до скорых встреч. Пока-пока.